Вы смотрите интервью для портала «Столица». Меня зовут Ольга Петрова. И у нас в гостях логопед Таллинского учебно-консультационного центра и 53-й столичной школы Анна Малахова. Анна, здравствуйте. Здравствуйте. Анна, часто можно слышать о том, что в Эстонии ощущается острая нехватка логопедов. Так ли это? Об этом уже много лет говорится. И, к сожалению, ситуация не улучшается, а только ухудшается. Не хватает как русскоязычных логопедов, так и эстоноязычных логопедов. На данный момент в Эстонии не обучают русскоязычных логопедов. То есть есть шанс пополнения только за счет людей, эмигрировавших в Эстонию. Эстоноязычных логопедов обучают только в Тартусском университете. И, к сожалению, студентов, которые заканчивают обучение по специальности логопедии, недостаточно для того, чтобы покрыть запросы Эстонии. А у нас стало логопедов меньше или детей с речевыми проблемами стало больше? Скажем так, что скорее детей с речевыми проблемами все-таки стало больше. И поэтому растут очереди. И логопедов тоже все-таки меньше, потому что молодежь не считает эту профессию перспективной. Это сложно. И поэтому не хотят идти учиться на логопеда. В каком возрасте должны встать самые проблемные звуки? Это R, это твердый L? Если немножко отступить к началу, то в 3 года ребенка должны понимать окружающие, не только мама, папа и бабушка. К 4 годам должны сформироваться шипящие и свистящие, ребенок должен их дифференцировать произношение. К 5 годам звуки Л и Р. 6 лет – это крайний срок. То есть если в 5 лет ребенок не произносит эти звуки, то обращаться нужно к логопеду. Расскажите, пожалуйста, есть ли какие-то отличия между логопедическими проблемами у русскоязычных детей и у эстоноязычных детей? В общем-то, об этом мы говорили с нашими эстонскими коллегами и пришли к выводу, что таких различий нет. То есть, в общем-то, те же самые речевые нарушения, что у эстоноговорящих детей, что у русскоговорящих детей. А есть ли какие-то эстонские звуки, которые русским детям тяжело даются? Классика — это гласные, которых нет в русском языке, да, сумлаутом так называемые. Вот. Но в то же время можно сказать, что артикуляторные способности детей настолько высоки, они гораздо лучше, чем у взрослых, поэтому для них не составляют трудности звуки никакого языка. То есть будь то эстонский, будь то французский, будь то немецкий. Если у ребенка все в порядке с артикуляторной моторикой, с фонематическим восприятием, с интеллектом, то тогда он способен освоить любой язык и любую фонетику. Что вы посоветуете родителям русскоязычного ребенка? Отдавать его в сад, пока он еще не начал хорошо говорить на русском языке, пока он еще у него не сформировался? Или, может быть, подождать и сначала отдать в русский сад, и потом, когда уже родной язык встанет крепко, перевести в эстонский? Если мы будем рассматривать идеальную картину, да, мы все хотим видеть идеальную картину, то если мы же хотим, чтобы у нас вырос полноценный билинг, который говорит на 2 языках, без акцента, без ошибок, то тогда идеальный вариант отдавать ребенка все-таки, когда он уже усвоил свой родной язык. То есть, допустим, с 3 или 4 лет. У каждого ребенка свой индивидуальный темп развития. Поэтому, если нет такого желания, и вас не смущает, что ребенок будет говорить по-русски с акцентом,
то, пожалуйста, отдавайте в ясельки. Ну, вообще считается, что до 3 лет лучше ребенку быть с мамой, и потом уже идти в детский сад социализироваться. Если отдаешь ребенка из русскоязычной семьи в эстонские ясли, то зачастую они очень долго молчат, накапливают информацию. До какого возраста это нормально, что они молчат? А когда надо бить тревогу, что что-то не так? Есть период адаптации, о котором говорят психологи. То есть если ребенок молчит больше, чем полгода, то тогда стоит бить тревогу. Но месяца 2-3 он точно будет молчать. Ну, не каждый ребенок, есть дети, которые быстро адаптируются. Но вот если полгода прошло, и ребенок замкнулся, не говорит, часто бывает такое, что откат в родном языке происходит, тогда следует обратиться к специалистам. С какими речевыми нарушениями к вам, как к логопеду, обращаются чаще всего? Чаще всего, как дошкольный логопед в Таллинском учебном консультативном центре, это нарушение звукопроизношения. И сейчас у нас на коне, конечно же, шипящие. Часто встречается межзубное произношение свистящих и шипящих. Ну и, конечно же, наши любимые Л, Р. От них никуда не спрятаться и не скрыться. А за какой срок можно поставить звук Р? Такого понятия вообще не существует. То есть каждый ребенок — это индивидуальная картина, индивидуальная история. И надо посмотреть, с чем связано, почему ребенок не произносит данный звук. Но я могу сказать, что в моей практике были такие случаи, что мне приводили ребенка, и он выходил из кабинета, и все, звук «р» был на месте. И были такие случаи, что нужно было год, 2 года, чтобы поставить звук и потом его ввести в речь. Бывает такая ситуация, что поставить звук гораздо проще, чем его потом ввести в речь. И в таких случаях я обычно родителям предлагаю взять в книгу и прочитать, допустим, 1 страницу, при этом произнося как-то звук «л» по-другому, не «л», не лошадь, а вошадь. И посмотреть, сколько усилий они прилагают для того, чтобы это сделать. В общем-то, также мучаются и дети, только им это надо сделать в умственном плане, произвести звукоаналитические операции. То есть это довольно-таки сложный процесс для психики ребенка. До какого возраста можно исправить логопедические проблемы, если чуть-чуть опоздали? Ну, например, вы говорите, к 6 годам должен уже быть четкий звук «Р». Родители спохватились, когда ребенку уже 10. На самом деле нет какой-то крайней планки. То есть можно исправить звукопроизношение взрослому человеку. То есть если вдруг как бы в детстве это не беспокоило, в юности не беспокоило, и захотелось сделать карьеру на телевидении или на радио, и это мешает, то, пожалуйста, это возможно сделать. Все зависит от мотивации. Единственная проблема может, если особенности какие-то строения артикультурного аппарата, то есть аномалии, да, там какой-то узкий язык или очень высокое небо, либо нарушение мышечного тонуса. Если этого нет, то тогда, пожалуйста, в любом возрасте можно все исправить. Главное — мотивация. Если у ребенка проблемы с чтением и с письмом, стоит ли обращаться к логопеду, и логопед ли решает эту проблему? Ну, так как я работаю еще в школе логопедом, поэтому могу сказать, что именно логопед эти проблемы и решает. Не в обиду другим специалистам скажу, что в случае дислексии и дисграфии они нужны как помощники для того, чтобы это был комплексный подход. Поэтому
Логопед занимается коррекцией устной и письменной речи, а письменная речь – это чтение письмо. Значит, это работа логопеда. Спасибо вам большое. Вы смотрели интервью для портала «Столица». Меня зовут Ольга Петрова. И у нас в гостях была логопед Таллинского учебно-консультационного центра Анна Малахова. Анна, поделитесь секретом, как можно координировать речь с движениями? Ну, один из самых лучших способов – это нейрокоррекционное упражнение. Такое делаем зайчика и рожки. Зайчик, рожки, так. Потом меняем здесь зайчик, ушки, рожки. Так. Ушки, рожки. Так. Потренировались, получается. И теперь добавляем скороговорку какую-нибудь. Ну, давайте для автоматизации звука «р». Тары, бары, растабары, увар-вары, куры, стары. И на ударный слог меняем позицию пальца. Тары, бары, растабары, увар-вары. Куры!